горячая беременная, все покажи. Собралась она тут на улице, погода, понимаешь, и сегодня будет Армагеддон, внимание какой-то. Всем привет. Даже с Краснодарского края прилетели люди, мне кажется, специально. Через Сочи. Антоха! Антоха! Влад, давай! Жми! Так, а с кем я спорил, кстати? Поверьте, что Антон сегодня ходил на кроссфит. Еще кроссфит? Владимир. А где судья-то? Судья готовится. Ну он пошел там музыку. Он себя побудрить. Подождите, а где судья-то? А надо его позвать там. Дружненько позовем. Ириш, позови Андрея, пожалуйста. Судья. Где Андрей? Да, его уже нужно. Полетели? Не в трусах. Андрей, тебя все ждут судить. За кого болеешь? Я на месте. Я? Все, надо. Я никого из них не знаю. Сейчас по ходу разберемся. А, давай. Димон, объявишь? Микрофон где-то откуда-то с центра корта должен опуститься. Поручишь себе, ставишь. А где звук усиления? Сейчас Рамштайн будет играть, Антон. Противовес. Батл. Итак, флот батл играет два игрока, которые никогда не...
Надо было третий друг другу. Финал межгалактического турнира. Влад Миркин подает. Антон Шкуренко принимает. Best of 5 games. До трех побед. 0-0. Отличное начало. 1-0. Хорош! Переход 3-4. Опа! Переход 5-3. Ой, супер!
Супер! Переход 7-9. Хорош! Переход 1-1. Второй подряд. Переход 2-1. Переход. Нормально, нормально. Переход 2-2. Хорош, Антоха! 4-3.
4. Высота. А, загоняет сейчас. Переход 5-4. Ай-яй-яй, залетает, залетает. Подержаться, подержаться. Хорош, хорош, хорош! Переход 9-9.
Нам интрига не нужна. Счет по геймам 2-0. Идет Миркин. Давай, Бога! Не в этом матче. 2-0. Ну, ёшкин кот. 3-0. Уже анонсировали вам. Нет, еще пока не закончено. Хорош! Переход 1-5. Антон, можешь! 3-5. Хорош! Молодец, Антон, давай! 4-5 слева. Давай! Не придумывай!
Играть, играть, играть! Немножко! 9-7. Замахнуться и взять. 10-7, гейм матчбол, Миркин. Миркин, давай, Стоп, у нас тут есть подарок от спонсоров. Вот, компания Сиделин, которая постоянно активно поддерживает Скош. Вот, вот такая штука. Спасибо. Вот так вот, а я. Паша, держи, не видно. Спасибо большое. Сиделин, спасибо. Большое спасибо Ване, Коле за организацию. Ребята, очень круто организовали, молодцы. Молодец. Так держать. Я считаю, что вы еще что-то поднимаете. Неоднозначно, я. Реально пришлось попотеть. Антон, тебе тоже большое спасибо. Антон, вот, можно молодец. Вот сюда спросить? Да, спасибо тебе большое. Вот, какая у тебя спасибо, тактика? Я уже в конце сдох, реально, думаю, надо не быть. Попадать? Хорошо. Ну, Влад меня обескуражил своими попаданиями. Неудобно, да, тебе была игра? Очень неудобно, непривычно было. Надо чаще играть. Ну, вообще, у вас очень много было таких перестрелок, именно очень противоход сыгранных много кроссов в одном розыгрыше. 8-10 кроссов подряд сыгранные в глубину. Пытались по кроссе. Да, да, по кроссе. А в третьем гейме мне показалось, что ты мог переломить матч. Да, показалось. Да, немножечко не получилось. Вот, потому что если бы в третьем матче ты выиграл, вот уже не так много сил, да, было бы у меня было. Реванш готов это объявить? Конечно. Давай, ну когда? Давай мы сначала вызовем на реванш. И мы промоутеры. Через пару недель, я думаю. Влад, Антон хочет тебе что-то сказать. В любом месте, в любое время. Да? Мы должны повторить. Хорошо, ну чуть-чуть какой-то период. Там. Ну не завтра. Месяц хотя бы. Завтра, да, ну месяц. Давайте перед Новым годом. Давай. Давай, да, нормально будет. Как раз время подготовить. 1 января. Ну договоримся еще поближе. Мне тоже было. Давай. Ручку и разборчиво писать, я справился. Андрюха лучший судья. Спасибо тебе большое. Очень хорошее, правильное ощущение. Ну и немножко спросим организатора этого, промоутера этого самого. Да, у нас тут промоутер есть, у нас молодая промоутерская компания, Коля Иван, называется Ваня и Коля, так что... Ребята, расскажите прям в двух словах, как это произошло вообще, вот это событие. Знаете, есть люди, которые составляют списки, а есть люди, которые их не составляют. И вот из-за того, что Антон не составляет списки, он вдруг понял, что он ни разу не играл с Владом. И зарубился не в прямом эфире, а мы просто подхватили. Еще есть... Насколько случаи делают события. Да. И вот можно сейчас вот показать, сколько людей пришло, да, на это мероприятие. Мы уже разошли здесь на балкон. Еще игру! Мы хотим запустить чемпионат. Я думаю, что в октябре мы сыграем, вызываем фабрику. Soul Rebel, команда субботника. Еще есть одно место, и мы на четырех сыграем первый раунд. Командный турнир. Да? Подробности чуть позже. Вполне отлично. Ура! Всем спасибо! Спасибо вам огромное за такое мероприятие. Все, всем пока. Олежа.